Всем привет, я Виталька Project, и я пишу ambient, саундтрек, инструментальную музыку. Сейчас вот, может быть, получится что-нибудь со словами использовать. И я хочу представить свою новую пьесу, которая в жанре synthwave, что ли, ну что-то типа такого, в общем, электронная. И идея возникла где-то полтора года назад, просто на пианино, на расстроенном, несколько нот, и когда, в общем, я закинул это все в ящик и не мог никуда это засунуть. А примерно полтора месяца назад у меня появилась идея это все доделать, появился контекст, и особо с обложки этому посодействовало. И я использовал также советский электроорган, электроника М11. Это, ну, такое, в общем, здоровая фиговина, 25 килограмм весу. Это в конце его слышно, там немножко я его записал впервые в своей практике, потому что до этого у меня никак не получалось его никуда пристроить. А сейчас как бы появилась возможность, то есть я нашел именно тот звук, который мне нужен. И записывал я это все в секвенсор с использованием VST-синтезаторов. И сводил я очень долго, и даже я сейчас не уверен, что я свел так, как нужно. Мне кажется, ну, это, в принципе, всегда такое, это нескончаемое сведение. И, в общем, как есть, так есть. Это этап жизни, и переделывать я ничего не буду. А, забыл еще добавить, я никому не известный ноунейм, и всем пока.